Всем привет, с вами Данилыч, и сегодня новая серия проекта «Заколхозим фокус». Сегодня мы будем клеить наклейку на мой автомобиль. Наклейка будет большая, с двух сторон, через весь бок. И по традиции я приехал к тому же человеку, у кого я уже делал наклейку на заднее стекло. Это Винила Константина. Сейчас он переехал на новый адрес, это улица 40 лет Победы 7. Для тех, кто не в курсе, запишите, знайте. Все адреса телефона будут под этим видео. Ну а мы приступаем. Для начала, перед тем, как вы вообще поедете клеить наклейку, обязательно заедьте на автомойку, пусть вам помоют машину без всяких восков, просто обычную дешевую мойку. Я же заехал просто по пути, в первую попавшуюся. Сначала я заехал, там была очередь, заехал в следующую, это оказалась автомойка «Навигатор». Я заехал туда, мне помыли ее там за 270 рублей, дали там кучу купонов, на следующую мойку скидка 100 рублей и так далее. Ну что, вы можете видеть сами, то есть помыли хорошо, мне понравилось, претензий к ребятам нет. Это еще мойка была с сушкой. Вот, обязательно заеду к ним в следующий раз, чтобы помыть машину полностью и внутри сделать влажную уборку. Ну а мы приступаем к поклейке пленки и, собственно, заезжаем в бокс. За наклейки тебе просто отдельное спасибо. Я не знаю почему, но они вообще никак не издираются, ничего с ними не происходит. Не знаю, под напором, грубо говоря, берешь этот пистолет, подносишь, похер.
Друзья, вы все видели сами, наклейки наклеены, результат получился просто огонь, я очень доволен. И я рекомендую вам, если вам нужна какая-то наклейка на кузов, неважно, на стекло, то смело обращайтесь в компанию «Винила Константина». Там вам сделают все быстро, качественно и недорого. Теперь автомобиль стал еще узнаваемее в потоке. Теперь люди, которые в первый раз видят автомобиль, они всегда знают, где могут что-либо посмотреть про него. Это канал 2обзора.ру. Также мы сделали наклейку на заднем стекле с указанием контактов соцсетей, где вы всегда сможете найти меня. На этом все. Обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в группу ВКонтакте 2обзора. До новых встреч. Пока!